Дорогие выпускники, от имени профессорско-преподавательского состава факультета международного бизнеса и делового администрирования, естественно, от всех сотрудников нашего деканата, я поздравляю вас с успешным окончанием бакалаврской программы. Отныне вы бакалавры менеджмента. К сожалению, в текущей ситуации мы не имеем возможности организовать общее собрание 4-го курса факультета МБДА для вручения дипломов. Но мы обязательно торжественно отметим это важное для вас и для нас событие, ваш выпуск, осенью. И, скорее всего, это произойдет где-то около дня нашего института. Во всяком случае, мы обязательно его торжественно отметим. А пока позвольте мне высказать вам несколько напутственных пожеланий. Я знаю, что большая часть вашего 24-го выпуска бакалавров планирует продолжить обучение в магистратуре. И тем, кто избрал этот путь, я от всей души желаю успешного прохождения по конкурсу и поступления на избранные магистерские программы. Другая часть планирует заниматься практической деятельностью. И я от всей души советую этим ребятам и девушкам успешной работы и быстрой, плодотворной карьеры. Ну и, наконец, всем вам без исключения, от всей души, опять же, я желаю крепкого здоровья и большого личного счастья. Уверен, что вы будете достойными выпускниками Московского государственного института международных отношений. Еще раз поздравляю вас и в добрый путь!